Но на сегодня по городу Абакану самый перспективный, так называемый, который рядом находится и наиболее востребованный, где преобладает коттеджная застройка, и она никуда не денется. Это 9-10 Жилрон и 6. То есть все остальное, район Гавань, да, в перспективе развития города, в градплане, эта застройка будет многоэтажной. То есть она, конечно, перспектива далека, 35-го года и дальше, но планируется все-таки там многоэтажная застройка со сносом частного сектора. Также и центр города. То есть город будет расти в сторону там, спорткомплекса Абакан со сносом частных домов и строительством многоквартирных. Соответственно, наиболее перспективно с точки зрения замещения и разумности, да, вот это 9, 10 и 6 районы. Все остальное по перспективе под замещение именно под МКД, многоквартирные дома. Соответственно, вот три района, в первую очередь, 9, 10, 6. Все остальное будет зависеть от планов по развитию города, которые на сегодня корректируются.